Хотя мы подожди. Даня себе палку нашел. Смотрите, мамка. Дань, ты не брал бы эту палку? Потому что... Я тут. Хорошо, здесь можешь. Папа, мы готовы. Молодцы, да? Угу. Да? Нашел. Высокие деревья вдоль ограды. И ограды дешевенькие. А так они все там правильно грамотно сделаны. Даже душу не тонуть стоит.
сейчас нормально москвичи, так немножко уже жару-то. Ой, блин. Видишь, заборчик поменяли. Угу. Ну и отсыпали, она стала более широкой, дорога. У нас тропинка бы она была более такой. Ну да, уютной. Милый. Он здесь не связан. Она делает душ. А урарио сериале это будет. Работа. Вообще кошки не худенькие. Кись. Я тоже хочу. Можешь аккуратно погладить. Ребята, только потом, пожалуйста, это руками лицо не трогать, ладно? Почему? Ну, ребята, инкушка живет на улице. Спит на камешках там. Я могу еще? Да. А ты не хочешь? Ну, видишь, Габри идет. Им хвост или хвост? Нет, хвост они не любят, голову можно им гладить. Всегда и лучше голову. Секула переводится как около? Нет, секула это век. Полизала меня. Да, смотри. Она просто тебя полежит. Она тебя понюхает, видишь? О, надо же не настроить пальца. Наверное, она хочет тоже с нами пойти. Фонтанеры. Ну, ребята, он там живет. По бездорожью. По бездорожью. Ну, нравишься ты ей. Mm-hmm.